Парламент Казахстана одобрил переименование столицы Республики Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Поправки в Конституцию были приняты депутатами в двух чтениях по инициативе нового казахстанского лидера Касым Жомарта Токаева, который сегодня принял присягу и официально вступил в должность президента республики. Кроме того, Токаев уже выступил с инициативой назвать центральные улицы городов областных центров Казахстана именем Назарбаева. Напомним, Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента республики во вторник, 19 марта. В роли главы государства он прослужил 30 лет. Новый лидер страны Токаев был министром иностранных дел в годы становления внешней политики Казахстана, работал вице-премьер-министром и премьер-министром республики, а также председателем Сената парламента с осени 2013 года. Назарбаев назвал его честным, ответственным и обязательным человеком. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил вклад первого президента Казахстана Назарбаева в социально-экономическое развитие, возглавляемое им на протяжении 30 лет страны. По мнению спикера Нижней палаты парламента, Россия и Казахстан останутся ключевыми партнерами. Ранее похожее мнение выразил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, заявив, что даже после ухода Назарбаева отношения России и Казахстана не ухудшатся, так как Токаев подтвердил настроенность на развитие двухсторонних отношений.